стойки. Эхма! Минуточку. Мы думаем, этим венком следует увенчать истинных победителей. Например, Лисихинский кирпичный завод и Мальтинский комбинат стройматериалов Иркутская область, Волгоградский комбинат силикатных и строительных материалов и Листинский кирпичный завод. Они поставляют на стройки Минпромстроя СССР кирпич, бой, недожог и пережог которого достигает 80%. Руководителем этих предприятий по праву и принадлежит наш венок. Нечерноземье, потому и называется нечерноземьем, что земля здесь не черная, не жирная. Одним словом, не богатая земля. Много рек, много озер, много болот. А вот почва подгуляла. Но неужели этой земле так ничем нельзя помочь? А если поискать? Если заглянуть поглубже, ну хотя бы вглубь вот этого озера, на берегу которого стоит древний русский город Ростов Великий. На дне озера скопился озерный ил или сапропель. Он может быть использован в широких масштабах в сельском хозяйстве в качестве органо-минерального удобрения. Говорит большой энтузиаст использования сапропеля, старший научный сотрудник объединения Ростов-Кофе-Цикорпродукт Коротков. Но мы удобрительных сапропелей большими дозами, слоем 10-20 сантиметров, повышает плодородность малопродуктивных земель на длительный срок 7-8-15 лет. При этом урожай сельскохозяйственных культур повышается в 1,5-2,5 раза. Оказывается, и у нечерноземья есть свой, самый настоящий чернозем. Уж кто-кто, а Министерство сельского хозяйства должно по достоинству оценить это богатство. Вот что говорит заведующий отделом министерства товарищ Малышев. В настоящее время в стране имеется большой дефицит органических удобрений. Большим резервом местных органо-минеральных удобрений является сапропель. Да, резерв немалый. Вот какую справку дает нам заместитель председателя совета по торфу при президиуме ВосХНИЛ профессор Оленин. По данным Министерства геологии РСФСР, на территории нашей страны учтено около 6 тысяч месторождений сапропеля с запасами более 20 миллиардов тонн. В одном только озере Нера 250 миллионов кубометров. Но пусть у зрителя не создается впечатление, что он присутствует при удивительном научном открытии. Сапропель в Ростове известен давно. Уже в прошлом веке его добывали через лунку во льду черпаком и грузили на подводы. Сегодня эту работу с большей эффективностью может выполнять землесосный снаряд, доставляя удобрение по трубам прямо на поле. Но добыча этого удобрения со дна озера решает и еще одну задачу. Большие отложения сапропеля в водоемах отрицательно влияют на развитие рыбного хозяйства. Говорит представитель Минрыбхоза РСФСР Уваров. Из-за сапропеля рыбе в озере начинает не хватать кислорода, особенно в зимнее время. И происходит так называемое заморное явление, когда рыба гибнет. О трудной судьбе озера Неро много писала пресса. Вопрос о выемке сапропеля поднимался особо. Наконец, в 1975 году был издан совместный приказ Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации. Но вот прошло 6 лет, и выяснилось, что приказ этот не слишком-то выполняется. Итак, все ратуют за добычу сапропеля. Неясно только, кто должен этим заниматься. Возглавлять его должно Министерство мелиорации и водного хозяйства. Обратите внимание, это ясно представителю Министерства рыбного хозяйства. А что скажет представитель Министерства мелиорации? Начальник глав науки товарищ Маслов. Вопрос очистки водоемов, а также использования сапропеля должен решаться Министерством сельского хозяйства и Министерством рыбного хозяйства.
Остается только поинтересоваться, на кого сошлется особо заинтересованное Министерство сельского хозяйства, испытывающее острый дефицит органических удобрений. Этим должны заниматься Министерство мелиорации и водного хозяйства и Министерство рыбного хозяйства. Итак, одни ждут, чтобы озеро очистили для рыбоводства, а сапропель, как удобрение, достался бы им бесплатно. Другие ждут, когда начнут добывать сапропель на удобрение, а озеро будет очищено для рыбы без лишних хлопот. А земля ждет, не дождется своего чернозема, без пользы лежащего на дне озер. Следующий. Здравствуйте, доктор. Фамилия? Прохоров. Имя, отчество? Семен Поликарпович. На что жалуетесь? Да вот, доктор, с руками непорядок. Травма? Точно, травма. На производстве? Ну, где ж, не дома же. Где работаете? На консервном заводе. Ну и что у вас там? Да что, всякое бывает. Скумбрия в томате. Завтрак туриста. Печень трески бывает, но редко. С руками что? Сунули в работающую машину? Да, сунул. Прямо туда, где закатка и запайка. Аккуратней надо, больной. Так никак нельзя, специфика производства. Так можно и без рук остаться. Это запросто. Я вот на мебельной фабрике работал. Циркулярную пилу, знаете? Дубовый паркет, классный. Ну, еле руки вытащил. Ну, здорово покорялся. И часто у вас подобные травмы? Со мной? Каждый раз. Но самое жуткое было, я на фарфоровом комбинате работал, я там сервизы в печи обжигал, там заслонка сама закрывается, автоматика, ожог второй степени, бюллетенил полгода. Как же вас в этот раз угораздило? Возраст, что ли, скорость потерял. Сестра, помогите осмотреть больного. Пьете? На производстве? Ну что, реакция притупляется. Видите, доктор, вахтер на проходной грубо кликнул, и вот, третий день пальцы не разжимается.